честь Дня партизанской славы в Одессе возложили цветы к памятнику неизвестному матросу. Почтить память погибших в годы Второй мировой войны пришли чиновники, депутаты, ветераны, духовенство и общественность. Сегодня Одесса, как и вся Украина, отмечает День партизанской славы. И, конечно, надо сказать, что партизаны действительно внесли героический вклад в дело обороны нашей Одессы и борьбы с немецко-фашистскими оккупантами. И, наверное, для нас сейчас это очень важно, потому что, прежде всего, эти примеры бесконечного мужества были показаны людьми, патриотами. Патриотами своей страны, патриотами своего города. Александра Потаповна, ветеран войны, рассказывает, что была партизанкой-разведчицей в отряде особого назначения. Единственное, чего не может забыть, годы войны и новость об освобождении Одессы в 44-м. Для меня просто этот день, я его никогда не забываю, вот все можно забыть, но как-то война, она не забывается никогда. Мне радостно, что вот и поздравляют дедушек, бабушек, уже внуки, ведь вы уже правнуки там. Для меня это очень радостно. Так плакали украинцы, что я не знаю уже и Берлин, и где я не была. Но мне больше всего, что за этот город, который я не знала никогда, все плакали. А действительно так плакали. Просто, а я никогда Украину не знала все. И я с ними плакала тоже.